Всем привет! Добро пожаловать на канал Rockin' Games. Сегодня будем проходить в героическом режиме Каражан и сразимся с ведьмой. Злая ведьма. Преследуя девочку, вернется ли она домой? Ну, это пародия на страну Оз, на такую сказку. Ведьма имеет героическую способность смерч. Сила героя наносит 100 единиц урона. Нельзя использовать, пока на поле боя находится Дороти. Дороти. Да, это девочка, мне подсказывает жена героиня страны Оз. Ой, волшебник из страны Оз. Так, ну, первые два босса были просто никакие. Проходится практически любой декой. Увидеть прохождение можно будет у меня на канале. Ну, попробуем сразиться с ведьмой. Думаю, будет интересно. Поехали. Будем играть за шамана. Так, я даже не в курсе, что нас ждет. Сейчас посмотрим. Так. Туннельного трога оставляем, Рокбайтер. Наверное, нет. Сержанта, наверное, нет. Ну, попробуем так. Перерождение Хекс. Перерождать кого будем? Дороти? Да, думаю, Дороти. Не хотелось бы, чтобы Дороти умерла. Иначе нас просто унесет вихрем. Рывок. Нифига себе. Дороти, существа слева получают способность рывок, а справа провокация. Ага, хорошо, пока давай рывок. А таунты будут провокации, значит. Ой, таунты, говорю, тотемы. Поставим тотем, он будет с провокацией. О, хилы провокации, отлично. Че, у нее нету ничего? О, страшно. Так, ну, рывок. Давай рывок. Так, сыграем. Таунтов мне хватает. Интересно. Может, Хекс? Да, я думаю, Хекс будет самое то. Только нет таунта. Но я думаю, за одну тычку она 10 урона не снесет, эта ведьма. 5 урона. Ой, 5 маны. Воу-воу-воу, только не... Только не рывок. Ну да, не рывок, это хорошо. А этот тотем будет с этим, что ли? Мне нечем ходить. Нечем ходить, нечем. Отдам тебя. Блин, надо было этим еще плюс 3 атаки дать. Что-то я тупанул. Ну ладно, попробуем так. Надо бы сразу ему дать плюс 3 урона, чтоб лицом не бить. Ждет внизу. Сказать ему, что еще слишком рано. Да, рано. Воу-воу-воу-воу. Стоп, куда ты, а? О, давай-ка с рывком ему бомбанем. Хил-тотем было бы вообще шикарно. Хил-тотем заказываю. Хил-тотем. Хил-тотем. Таунт. Зачем мне таунт тут нужен, а? Как мне нанести? Тебе придется тебя отдать. А или... Как? Давай-ка не будем тебя отдавать. Надеемся также на хилочку. Блин, а. Надо табло пробивать с этим. С неистовством ветра. Два раза. По 9, 18. Не страшно. О, вот это уже похуже. Так.
Ну-ка, таунт. О, отлично. Ну, тут, по-моему, нет еще летала. Но он скоро будет. Хиляемся. Ну, это не страшно. А, он меня бафает. Меня, давай, давай, еще Дороти пробафай. Ох, спасибо, да. Вот, спасибо. Ну, делаем летал. Может протестить? А, нет, он все равно не умрет. Летал. Да, ведьма оказалась тоже очень простой. По-моему, это вообще простой режим, а не героический. Но нет. Героический режим уже совсем не тот. Всем, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся. Всем пока и удачи!